Туркестанской области с начала года в собственность государства вернули 52 тысячи гектаров земли, а планировали 60 тысяч. Ну, недобор на 8 тысяч. Да, благодаря возвращенным землям удалось частично решить проблему нехватки пастбищ в регионе. Если в прошлом году дефицит пашен был превышал 2 миллиона гектаров, то в этом году показатель уменьшился до 600 тысяч гектаров. По словам руководителя управления земельных отношений Ергали Тлягена, с начала кампании в собственность государства вернули 1,5 миллиона гектаров земли. Казахстанда, узих мне хотят ланжерен курима. 36 тысяч гектаров земли вернули добровольно, больше 5 тысяч гектаров земли возвратили решением суда, 1100 гектаров признали бесхозными, а договора об аренде более чем 9 тысяч гектаров земли расторгли. Аналогичную работу предстоит провести в Байдбекском, Сарагашском, Тулькобадском и Созахском районах.